Приветствую, дорогие друзья! Еще одно техническое видео по Fall Guys. Здесь мы рассмотрим наиболее частые ошибки и методы борьбы с ними. Итак, зависает загрузочный экран Fall Guys, долго ищет игру. Тут на самом деле все просто, возможно, лагают сервера, возможно, устал ваш компьютер. Самое простое решение и самое действенное — это отключить игру и запустить снова. Но если и это не поможет, скорее всего, ваш компьютер устал, оперативка перегружена, и следует его выключить и снова включить, а потом уже пробовать запускать игру. Это должно вам помочь, так гласит ответ от разрабов. Далее. Ошибка соединения с сервером потеряна. Это также может интерпретироваться как вход не выполнен, время ожидания истекло. Это все одного поля ягоды. Тут, возможно, проблема с серверами Fall Guys. Для решения этой проблемы, а точнее для выяснения причин, вам необходимо зайти в Twitter-аккаунт разрабов. В интернете вы с легкостью найдете, доступен всем, и можете почитать, возможно, есть посты на эту тему, где разработчики предупреждают о перезагрузке серверов или отключении серверов на какое-то время. Вот, если же этой информации нет, то просто попробуйте опять же выйти и зайти в игру снова. Иногда и это помогает. Следующая ошибка, она представлена в виде кода. Решение этой ошибки довольно простое, но уже связано непосредственно с вашим компьютером. Попробуйте переустановить или обновить драйвера NVIDIA, ну или аналогичные карты, встроенные в ваш компьютер. Желательно сделать чистую установку, чтобы сбросить неудачные настройки. Вот такие вот советы у нас предлагаются. Следующая ошибка имеет вот такое вот обозначение, довольно-таки длинное. Если вы с ней столкнулись, попробуйте установить Runtime Pack. Это полный набор всех необходимых для запуска игр библиотек. Возможно, просто при установке игры эти библиотеки пропали, и вот как раз-таки Runtime Pack должен вам помочь. Ну, и еще одна ошибочка – это недостаточно памяти. Но тут на самом деле все просто. Ошибка напрямую говорит вам о том, что вашей оперативной памяти недостаточно для игры. И все, что вы можете сделать, это пойти в ближайший компьютерный магазин и докупить оперативки для вашего компьютера. Тут все просто. Это были наиболее частые ошибки, мы их с вами осветили. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчики, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. На этом у меня все, пока-пока.